так пришло время бросать в прорыв. Так может быть, даже не сотня. А помните, что было? 50-тысячники были. Помните, в советском там когда-то? Вот. Решали проблему. Ну, конечно, эти аналогии. Они так... Ну, ты не... Раз такая ситуация, давайте этим заниматься. Давайте этим... Я уверен, тогда развязка не лето еще как-то, вот, может быть, простоим. К осени что ожидает нас? Ну, вы понимаете, сейчас называемый сезонный фактор. Как известно, в России была очень